Здравствуйте, дорогие друзья. Всех рад приветствовать. У нас выдался очередной денек. Походить, поискать. Вернулись в этот чудесный пролесок, который нашли в прошлом ролике. Если, конечно, мы его будем выкладывать. Решили его посмотреть. Вот. Поле, которое за моей спиной, его неожиданно начали пахать почему-то. Так что потом еще там посмотрим. Там прям дом стоял, потом покажу. Вот, у меня первый сигнал. Смешной. Забавный. Вот такая вот штучка. Ну, это от собачьего что-то. Это на ошейнике висело. Dogness Pet Club. Как знать. Прикольно. Ну, короче, здесь сейчас походим, посмотрим. Так, друзья, ходим здесь по лесочку, поэтому трактор молотит вовсю. Лизин. Пятачина выскочила. Это Лиза, но... Сохран пока непонятный. Хотя здесь песок. Песком заросший. Да, он в этих, в наростах, хотя в орловидных. Неплохо. Лизин пятак. Изумительно. Просто извините. Смотрите, друзья, здесь какой-то вал, ну это в советское время, набитый. Вот здесь был пятак. Вот еще один сигнальчик снимем. Интересно. Интересно. Что здесь такое? Прямо вот, сверху. Просто. Сохран не очень, да? Или непонятно? Это непонятно, но просто он заросший. Посмотрим. Ну, ров. Ну, пожарный. Пожарный этот свежий. Вот он. Лесок вот так вот. Здесь должна была быть уходить дорога раньше в лес. Вот где сейчас монеты? Да, на деревне. Вышли проверить пашню. Заодно подошли к трактористу, он говорит, ничего сажать не будут, они уже в этом году. Где? Чего? Вот он торчит прям. Ну. Советик, что ли? Угу. Вижу. Вижу. Вот она. Извлечен. Ну, вроде да. Фокус-то где? Так, вот. Здесь крутимся. Пятачок, ну, к сожалению, чуть-чуть затертый. 31-й год. Не вижу фокуса. Интересное место. А вот тракторист пол бросил, уехал. Вот, друзья, смотрите, если видно, конечно, я не знаю, камера передаст. Песок везде, а здесь более темный грунт. Вот здесь стоял дом. По распашке это хорошо видно. Сигналов здесь, конечно, уйма черных. Вот выскочил обломок крестика. Попробую сфокусироваться. Такой вот. Ладно, смотрим. Пока время сегодня немного, к сожалению, выхождения. Вот. Шмелиное гнездышко. Ползает. Друзья, день второй.
Бегаем кусками, под грозами прячемся. Вот очередная идет. Ходим сейчас вот по этой лужайке. Там перепахали, очень такая глубокая пашня. Да, монеточек выскочил какой-то. Убитый. Потом отмочим. Если что-то будет интересное, то мы, конечно же, покажем. Итак, у Любы пару сигналов там было. Сейчас подойдем, покажем. Полянка, конечно, битая-перебитая, но все равно что-то вывалит. Надо понять, какого он будет. Сожженный. 30-го, что ли. Жить типа того. А пломба вообще непонятно, что за пломба. Ага, и пломбочка. Какая-то пломбочка. Кто-то здесь чирикает. Где-то здесь гнездо. Да. А туда журавли, там журавли кричат, лебеди пролетели, радуга. Ну да. Гроза куда-то свалила туда. А вон они, маленькие птички какие-то. Вон трава сидит. А, ну. Не знаю, беспокоиться. Ну да, пусть чирикает. Вот такие охренительные виды открываются. Вот здесь где-то внизу, вот тут вот, журавли только что курлыкали, но их не видно. Еще сегодня нечастый сигнальчик лазим возле машины. Орел есть. Только непонятно, почему она так задрана. Не знаю, да, но похоже на деньгу. С одной стороны, похоже на деньгу, а орел какой-то странный. Интересная какая-то штучка. Завтра тоже будет непродолжительный выезд. Вот у нас из 3 дней состоит по 2 часа. 3 дня по 2 часа. Да, у меня продолжают выскакивать всякие забавные хреновины. О, кабина от грузовичка. Прикольно. Утро 3-го дня. Время тоже немного осталось. Сунулись еще в несколько мест. Да, конечно, в межсезонье печальное дело. Везде трава. Везде культуры не кошеные стоят. Здесь луга скосили, здесь шли, конечно, дороги. Мы здесь тоже бывали. Смотрите, какое туманище. Прям осязаемый. Прям вот стою и прям, ну не знаю, на камеру вряд ли видно. Прям... Да, липкий прям. Видно вот его. Здорово. И даже, ну, только дышать нечем. Душно-душно. Жабрами будем дышать. Ладно. Будем здесь исследовать. Первая монета вылетела. Она сейчас моет. 14. 2 копейки Александр, да? Да. 814. Штыка 1,5, наверное. Сигнал, это вот для трактористов, езжу с ними. Черный, со срывом в цветнину. Мало почему-то кто. Надо будет попробовать сигнал, что ли, поозвучивать какой-нибудь тракторный. Мало на ютубе этого делают. Ладно, ладно.
Как в молоке. Куда-то туда убежал. У меня еще одна монета. Естественно, зеленая. Естественно, водичку я не взял. Похоже на полушку. Туман не рассеивается. Вон солнце. Как ежик в тумане. Ходишь, прикольно. Дышать только. Фу. Так прикольно. Следующий сигнальчик. Вон там ямка. Душечка 26-го года. На год не попал. Забираем. Продолжаем лазить по луганинкам. Сигнальчик. Батюшка, привези мне цветочек аленький. О! Всея Руси. Повелитель. Здесь оно совсем. Здесь вот видно. Да. Полушечка. Так, еще сигнал. Да, вообще плоский. И все-таки они сохраняются. Они даже в убитом виде все равно читаемые. Павел Первый. Кстати, какая тоненькая, да? То есть вообще ничего от нее уже не осталось. А рельеф все равно остался. Павлуха был. Даже год можно. Молодец, качественные монеты делают. Мне нравится. Блин, вот шел чувак здесь, да? Почти 300 лет назад. Ну, 200. В отношении Павловских 300, в отношении ВРП. Терял эту монету. То уже ни его нет, ни детей его нет, ни внуков даже уже и нет. Даже, наверное, уже и правнуков нет. А монет лежит. Интересно. Так, наверное, начинаем оплавляться. Наверное, хватит на сегодня. Рамочник 20 копеечек. Ну, сегодня пару часов походили. Чё-то наковыряли за 3 дня по пару часов. Фух. Итак, друзья, результат 3 выхода по 2 часа. Жарко, мест много, толку мало. Ну, хотя бы так. Порадовал, конечно, пятачина. Я думаю, что мы его умыли. Немножечко подержим, он будет живее всех живых. Ну и кучка всего, как всегда. Поэтому всем спасибо, до скорых встреч.